Всем привет, друзья! Давно на моем канале не было видеороликов о кулинарии. Давненько ничего не снимал. Решил вот сегодня попробовать приготовить в афганском казане некое подобие солянки. Рецепт, как говорится, из головы, из того, что нашел в холодильнике. Поэтому рецепт не проверенный. Давайте посмотрим, что у нас получится, во-первых. Но для начала у меня следующие продукты, которые я нашел в холодильнике. Капуста. Использовать, естественно, буду не весь кочанчик, потому что казанчик у меня очень маленький. Затем есть у меня тут остатки какого-то лечо. Пойдут туда, чтобы банку освободить. Немного заправки. Когда-то еще я давно готовил сам ее из свеклы, морковки. Пару ложек кинем. Колбаса, кусочек мяса, морковка, возьму одну картошинку, лук, свежего чеснока у меня нет, возьму сушеный и приправу для картофеля возьму. Ну что, время не буду тянуть ваше, поэтому все дело я нарезаю. Единственный момент, что капусту и морковку я хочу обжарить первоначально на сковородке. Я уже немножечко подобжарил капусту, но хочу еще ее посильней поджарить. Очень приятный запах идет. Хоть так ешь. Не знаю только по объему, сколько получится. Может быть, надо будет еще немножко добавить. Сейчас вот эту партию пожарю. Закину в казан. Закину другие ингредиенты. И посмотрю по состоянию набитости казана, в общем. Пусть пока жарится дальше. Тем временем пойду нарежу остальные ингредиенты. Итак, пересыпал я, друзья, капусту в казан. Но тут явно по объему совсем мало получилось на донышке. Поэтому сейчас еще капусту нарезаю и снова обжариваю еще. Ну а пока сковородочка еще горячая, я пока выключил огонь, так сказать. Решил немножко подрумянить, заодно еще и колбаску. Так, все, режу дальше капусту еще на вторую партию. Итак, все наши продукты в чудо-горшочке. Я поперчил, посолил и все это дело перемешал. Осталось добавить немножко воды. Я думаю, наверное, вот столько, я думаю, хватит. Не хочу много бульона, поэтому делаем вот так и закрываем все это дело крышкой и ставим на плиту. Так, правильно, вот так вот. И думаю, минут на 15 после того, как засвистит. Друзья, ну вот такая красота у меня получилась. Даже, наверное, можно было минут 10 готовить. Плюс она пока постояла, давление само стравилось. Я клапана не люблю открывать, вот это приподнимать. Поэтому можно даже 10 минут было готовить, наверное. Ну что, попробуем. Ну, конечно же, тут секретный ингредиент, как без него. Попробуем. Горячее еще. Друзья, отлично. Картошка готова. Все мягенькое. Ну да, думаю, даже минут 10 было бы достаточно готовить, так как у нас продукты уже, капуста была обжаренная. Тем более здесь мяса нет, колбаса, уже все это в принципе готово. Единственное, что да, вот самое сырое это была картошка, наверное. Но она сейчас приготовлена, все отлично, все четенько. На соль угадал. По приправам нормально. Единственное, что, наверное, приправы не так ярко выражены. Все-таки вот это вот давление немножко
их вкус притупляет, как бы уменьшает, подубивает, скажем так. Возможно, лучше даже приправы после приготовления, потом просто, чтобы 5 минут 10 постояло, оно еще горячим, они дали бы вкус свой. Но надо пробовать, надо экспериментировать. Не знаю, как лучше. В общем, готовил вот так вот капусту первый раз, поэтому не исключены ошибки. Так что вы посмотрели, сделали свои выводы. Пишите комментарии, как вы считаете лучше. Может быть, вы готовили уже аналогичное что-то. Какие-то советы я с удовольствием прочитаю. Ну а на этом, друзья, все. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Я тоже буду кушать.